Казалось бы, есть услуги и вещи, которые не вызывают никаких вопросов, но пообщавшись с Максимом, я понял, что даже доставка продукта может быть необычной, интересной и удобной для пользователя. Максим, здрасте, как настроение? Здравствуйте, настроение отлично, здесь очень классная, атмосферная такая площадка. Нам здесь очень нравится, мы первый раз, и все супер. Слушайте, ну, мы с вами немножко обсудили то, чем вы занимаетесь. Расскажите чуть подробнее о своем бизнесе. У нас старый рынок в городе Одинцово. Одинцовский продовольственный рынок, Одинцовское подворье, которое в этом году наступило уже 25 лет. И в начале этого года мы запустили такую услугу при поддержке Министерства потребительского рынка Московской области и администрации Одинцовского городского округа, естественно, куда же без них. Доставка продуктов с рынка путем новых технологий, ну как новых, современных технологий. Это интерактивные панели, это современные шоурумы, это мобильное приложение, это интернет-сайт. И с помощью этих средств мы оказываем оперативную доставку свежих продуктов. У нас нет склада, у нас есть склад на рынке, наши поставщики все там, и вся продукция идет, фермерская продукция, свежее мясо, свежие овощи, все идут напрямую покупателям. Сколько времени обычно занимает процесс создания заявки и доставки его потребителю? В течение часа мы доставляем по городу Одинцово. Соответственно, по Одинцовскому городскому округу и юго-западу Москвы все зависит от трафика, но наша задача уложиться в 3, максимум 4 часа. Также мы прислушаемся к пожеланиям клиентов, когда заказ приходит утром, но просят привезти вечером после работы, естественно, мы идем навстречу. Поэтому заказ формируется непосредственно за час, за 40 минут до выдачи его курьеру и доставки покупателю. Сколько клиентов на данный момент у вас уже пользуются, воспользовались этой услугой? На данный момент у нас порядка 157 клиентов идет. То есть это постоянные клиенты? Это уже постоянные клиенты. У нас также есть, ну, Одинцовский район находится на Рублевке, у нас есть и VIP-клиенты, которые... у нас подача еще товара очень красиво сделана. У нас используется экологическая крафтовая бумага. У нас каждое там яблочко заворачивается. И несмотря на то, что у нас на Одинцовском рынке расположена государственная ветеринарная лаборатория, которая изначально по закону проверяет весь продукт, но наши менеджеры при формировании заказа визуально и с помощью экотестеров и на вкус, на зубок, скажем так, они проверяют каждый продукт. Увеличивает ли ваша услуга стоимость конечного продукта для потребителя? Ни в коем случае. Эта услуга рассчитана на наших предпринимателей, которые реализуют продукцию на Одинцовском рынке, и мы поддерживаем еще фермерские хозяйства. К примеру, по фермерским хозяйствам цена закупки и цена нашей реализации, она не отличается. То есть мы работаем для маржи, без маржи, но это только для настоящих фермеров, которые в Московской области производят продукцию. А для всех остальных мы готовы реализовывать их продукцию, но наши условия, наша цена не выше той, которая на полке. Круто. Слушайте, планируете ли вы расширять свой сервис и доставлять продукты не только по Одинцовскому району, но и, например, в ЦАУ, если я сделаю заказ? Мы стараемся. В данный момент, поскольку у нас проект молодой, мы тестируем вот эти все наши айтишные технологии. Как только у нас будет полная автоматизация, когда мы сможем отказаться от большого количества персонала, будет несколько менеджеров, мы, соответственно, сделаем большую службу доставки и проработаем всю логистику. Поэтому мы планируем доставлять по всей Московской области. Слушайте, мы желаем вашему бизнесу удачи. Я надеюсь, что после участия в выставке Метроэкспо-2019 прирост составит минимум 2 раза. Не 157 клиентов, а ждем больше. На самом деле, эта услуга, ну, мне кажется, она модная. Сейчас, несмотря на то, что очень много сервисов по доставке, но вот именно наши, потому что мы работаем напрямую от рынка. Ну, тогда встречаемся с вами на Одинцовском рынке. Ну, а если вы еще не сделали свой первый заказ, делайте это. Мы обязательно вам подскажем, как сделать вашу жизнь не только приятной, здоровой, но и вкусной. Спасибо. Спасибо.